любое вязание в основном по кругу. Научиться вязать крючком красивые вещи и игрушки мечтают многие девочки. Основы этого мастерства дети постигали на мастер-классе «Руки не крюки», который прошел в Одинцовской библиотеке номер 1. Сердечко – это короткий достаточно мастер-класс, который вяжется быстро, но в котором мы поняли основные основы основ, взяли, как вязать крючком. Вот, и вязали с трикотажной пряжи. Я очень надеюсь, что деткам понравилось. Воздушные петли, столбики. Сначала непривычно, признаются девочки, но потом вырисовывается интересный узор. Мирослава с детства уже вышивает крестиком и на мастер-классе впервые попробовала вязать крючком. Свое сердечко подарит маме в знак любви, рассказывает юная рукодельница. Не сказала бы, что это прям очень сложно. Но были трудности на узлах, на сплетениях. Но, в принципе, у меня довольно хороший результат, я довольна. Юные мастерицы включили свою фантазию и легко обучились вязанию. Сердечки получились разными, но результат порадовал всех. Она будет пухлая, она будет высокая, она будет в меру упитанная, она будет... оно будет красивое, оно, и ты думаешь, какое же оно будет, гадаешь. Кстати, освоить этот и другие виды рукоделия в библиотеке можно каждую среду в 16:00. Занятия в кружке проводят бесплатно. После мастер-класса девочки успели поиграть в настольные игры и выбрали книги для летнего чтения. С сегодняшнего дня, да, у нас стартовала акция. Это книжная полка летнего чтения. У нас есть стенд, оформленный, на котором представлено более 20 книг для летнего чтения для детей. Акция стартует во всех библиотеках округа. После прочтения книги дети могут написать небольшой отзыв о произведении. Рисунки и сочинения также приветствуются. Акция будет проходить до 31 августа. Победители получат памятные сувениры и дипломы. Желаем удачи! Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».